Всем привет, YouTube привет. Хочу сделать обзор на маленькую коллекцию открыток. Это лишь только часть из этой коллекции. Это современные открытки. Ну вот такая вот открытка. Это немецкие. Вот Москва. Вот достаточно интересная открытка современная. Под старый стиль. Это я покупал в Рейкьявике, в Исландии. Вот красивая эта уже открытка. Это карта Исландии на открытке. Это уже Фарерские острова. Вот такая вот тоже необычный дизайн. Это закат. 2011 год. Вот Фарерские острова тоже. Город Лервик. Я там был в этом городе. Вот чуть побольше уже открытки. Оформление другое. Это я все покупал за границей, по крайней мере старался там, где был, ну был, и брал что-то домой, сувениры какие-то, там значки, открытки. Здесь я тоже был, это город Рунавик на Фарерах. Вот мы стояли, вот где вот здесь пароход стоит. Вот такой вот вид. Ну это уже Польша, Гданьск. Это Египет, пирамиды. Тоже покупал, когда ездил в Египет. Такая вот открытка. Вот обозначение. Вот ночной сфинкс. Гиза, пирамиды. Нефертити. Ну это российские наши с Новым годом.
такая вот открытка. И вот с белым медведем. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!